Всем бодрейшего, с вами Фликер, и в этот раз ко мне на обзор попадает не просто защищенный смартфон, а защищенный смартфон с годной начинкой. Перед вами f-150. Погнали по комплектации. Проверку удара прочности смартфон уже начал проходить на стадии доставки. В ролях Шон Янг. Да, коробка пришла немного поврежденная, но со смартфоном все отлично. Внутри же меня встретил сам аппарат, быстрая зарядка на 18 Вт, кабель USB Type-C на USB Type-A, вся необходимая инструкция, скрепка и защитное стекло. Да, оно здесь есть, и зачем? Это же супер защищенный смартфон. Хотя мне кажется, кто-то просто по привычке даже на такой аппарат наклеит защитную пленку, но там не защитная пленка, а именно прям толстенное стекло. Далее по внешнему виду. Многим сразу же бросилось в глаза его задняя панель, она выполнена в стиле хаки. Есть еще вариант под названием Сахара и Вулканик, то есть типа вулканический. На самом деле это такой темно-серый или цвет ближе к черному, но не черный нифига. Модификации две, 8128 и 8256. Блин, я вам скажу потом ценник, и вы офигеете, почем эта красота и защита опять же. Кстати, какая расцветка зашла вам? Напишите в комментариях. Ну а я продолжаю по внешнему виду и перехожу к дизайну. Несмотря на то, что этот смартфон является супер защищенным, он не такой уж и жирный, и здесь довольно-таки долгоиграющая батарея на 8300 мАч, плюс имеется поддержка быстрой зарядки в 18 Вт, и от 0 до 100 он заряжается за 3 часа 45 минут. Да, как и многие смартфоны, в самом конце заряда, где-то после 80%, скорость этой самой зарядки замедляется для того, чтобы не навредить батарее. За 1 час он заряжается от 0 до 38%. Возвращаемся к дизайну. Слева и справа у нас металлические рамки идут. Основной материал корпуса здесь пластик. На углах есть вот такая вот защита, которая должна при падении защитить ваш экран, ну и вообще смартфон, чтобы не треснул он. На левой грани у нас имеется разъем, куда вставляется лоток под 2 сим-карты и плюс еще micro-sd. Вот тут прям красавчики. 256 гигабайт вам и так внутренней памяти дается, плюс вы еще можете SD-карточку сюда зафигачить. Короче, у меня нет слов, дальше будет еще интереснее. Далее на этой же левой грани у нас есть функциональная кнопка, которую можно, например, настроить на фонарь, быстрое включение, на компас, отвес, лупу, шагометр. И вот, к примеру, нажимаем, он вызывает, и фонарик у нас загорается. Я считаю, что это удобно очень. Так, взяли, включили, и вот он. Сразу готов к действию. На правой же грани нас ждет качелька громкости, кнопка включения-выключения и, конечно же, в нее встроен сканер отпечатка пальца. Да, тут есть разблокировка с помощью лица, но сами знаете, как она работает. Далее, что прикольно, и не знаю, удобно это или нет, но на нижней грани у нас располагается разъем USB Type-C и мини-джек. Но мини-джек здесь прямо рядом с этой заглушкой располагается, в принципе, оно не должно мешать. Ну и, конечно же, здесь еще есть один микрофон. На задней панели внизу располагается динамик. Мощный, громкий, звучит недурно. Вот пример. Сверху же располагается блок из нескольких камер, ну и еще один микрофон. Добрались до дисплея. Диагональ его составляет 6,78 дюйма, разрешение Full HD+, яркость 500 нит, частота обновления 90 Гц. Oh my. Информации по матрице я не нашел, скорее всего это IPS, не AMOLED. Глянем на камеры. Основной модуль здесь на 64 мегапикселя, ночное видение 20 мегапикселей, ну и 2 мегапикселя макро. Фронтальная же камера имеет 16 мегапикселей. Сразу несколько примеров фото. Хочу отметить, что камера здесь неплохая, как для фото, так и для видео. Еще бы стабилизацию завезли прям. Итак, основной модуль 1080, 30 кадров. Смотрим на картинку, насколько все хорошо. Снимаю утром до рабочего своего дня, поэтому местами солнца не совсем достаточно, возможно. Основной модуль 4К. Да, здесь такая функция есть, только 30 кадров, конечно, и никакой стабилизации, увы, тоже не имеется. Картинка выглядит недурно, недурно. Можно, в принципе, какие-то блоги снимать, но на штативе. Основной модуль снимаю себя, возможно, моя борода будет мерзнуть. Перехожу через дорогу, зима великолепна, если так вот посмотреть. Ценим картинку, сейчас я стою, посмотрим, как у нас размывается задник и как, естественно, выгляжу я. На улице минус где-то 10 градусов, посмотрим, не мылит ли он картинку во время такого мороза, но морозом это не назовешь. Сзади все просто белое. Блин, он сильно очень засвечивает. Дайте-ка я вот хотя бы так сделаю, но он все равно, короче, высветляет мне лицо, поэтому задник будет просто белый. Давайте какую-нибудь другую локацию найдем, вот хотя бы дом. Посмотрим, насколько он размывает задний фон. Вообще, как меня слышно, как пишет микрофон, у меня уже вон усы начинает подмерзать. Итак, основной модуль 1080-30 кадров. Снимаю себя, никакой стабилизации уже нет. Хотя, мне кажется, у этого смартфона должна была быть эта стабилизация, что очень странно. Возможно, так как здесь очень много всяких настроек, где-то внутри оно скрыто, и его нужно лишь найти. Итак, основная камера 1080-30 кадров, скорее всего. Вечерняя съемочка. Немного вижу размывку, прям очень даже сильную. Вот если так, прям киберпанк какой-то. Итак, а теперь уже фронтальные камеры 1080-30 кадров. К сожалению, в 4К она не снимает. Основной модуль может снимать в 4К. Конечно, очень светлая картинка. Я, честно говоря, офигею. Немного почему-то вот имеются такие размытия, но они, знаете, иногда красивые даже. А теперь основной модуль 1080-30 кадров. Посмотрим, как выглядит картинка, как вообще у нас выгляжу я. Здесь, да, у нас свет есть. Надо, короче, найти более темное место, где поменьше света, для того, чтобы протестировать как раз-таки ночное видение. Ночное видение здесь есть, но, как я понял, видео именно оно не пишет, только можно сделать фото или просто хотя бы посмотреть, что там происходит где-то в темноте. Итак, теперь уже у нас основной модуль 4К разрешение. Смотрим на картинку. Да, конечно, к сожалению, он очень все затемняет. Почему-то яркость именно при переключении на 4К падает, но зато качество значительно выше. Вот если мы постоим вот так вот, повернусь налево, повернусь направо. Да, конечно, размывочка здесь какая-то душевная, странно. С чем это связано? Конечно, хочется посмотреть еще, как модуль себя ведет в более хороших условиях. 4К, 30 кадров, основной модуль. Смотрим на картинку. Освещение, скорее всего, будет уже не такое сильное, и, возможно, задник не так хорошо будет видно, но все же камера может снимать в 4К, это прикольно. Может, кто-то будет этой функцией пользоваться. В принципе, если, опять же, как я и говорил, поставить на штатив данный аппарат, то можно какие-то влоги с говорящей головой снимать. Даже не влоги, а блоги. Типа студийное освещение, 1080-30 кадров. Смотрим на картинку, как вообще видно меня, в фокусе ли я, как размывается задник, или наоборот задник четкий, а я размытый. Смотрим, короче. Я, естественно, буду это все в монтаже только смотреть, оценивать и так далее. Это уже фронтальная камера, 1080-30 кадров, смотрим на картинку, шум я вижу прям даже вот на самом смартфоне, то, что он вот здесь вот имеется, как вы видите, очень много таких песчинок, но картинка нормальная, то есть цвет кожи, вот это вот все выглядит вполне недурно. Тест ночного видения. Да, меня всем видно. Привет! А теперь поговорим непосредственно о защите. В этом плане аппарат укомплектован по полной. Защита от воды и пыли IP68, также IP69K, немного для более суровых условий, ну и конечно же военный стандарт STD 810G. И это прям уже для совсем жестких условий. Для тех, кто работает на высоте, на глубине, кто-то может быть даже на этой высоте или глубине будет ютубчик смотреть, что вряд ли. Мне очень хотелось его окунуть в воду, что-нибудь с ним поделать такое нехорошее, но, к сожалению, не могу себе этого позволить. Погнали по игровой производительности. Ранее в моей рубрике «Настоящий геймтест» уже было устройство на чипе от MediaTek Helio G95. В этот аппарат установили как раз таки его. Асфальт 9. Плавности, увы, к сожалению, никакой. Да, картинка классная. Можно выставить высокое качество текстур, хоть производительность, игра будет идти одинаково. Вот не хотят GameLoft в оптимизацию. Вот сколько уже я их лет ругаю. За 30 минут игры смартфон разрядился с 99% до 95%. Genshin Impact. Тут у нас тоже никакой плавности, к сожалению. Графон выставить можно на максималке, но, сами понимаете, играть будет некомфортно. За 30 минут геймплея аппарат разрядился с 94% до 89%. А вот где уже хорошо дела обстоят, это в Call of Duty Mobile. На очень высоких играть можно, но плавности не ждите, спотыкание есть, графон местами размыт. Можно включить отражение в воде, но рекомендую снизить все-таки до высоких и оставить максимальный фреймрейт. Для любителей максимальной плавности лучше снизить настройки до низких, но оставить также самую высокую частоту кадров. Далее я запустил Андесембо. Здесь все более-менее плавно идет, но картинка размытая. Я пытался выставить графон на высокий, чтобы посмотреть, как хотя бы себя игра самочувствует, но, к сожалению, даже при перезагрузке графон сбрасывался до средних. Но и так как у нас в конце ноября была доступна 4-я бетка на Android Racing Master, я запустил и эту игру. Да, ультраграфон можно выставить, но играть будет невозможно. Местами, кстати, проскальзывала плавность, но прогрузка текстур, потом тротлинг. Нет, лучше снижать до средних и 30 FPS, либо вообще на низкие. Но там будет такое мыло. Кого интересует более подробный тест Helio G95, переходите по всплывающей подсказке вверху экрана. Там значительно больше игр я отснял, и вы сможете построить более полную картинку того, на что способен данный чип. И еще немного о характеристиках смартфона. Тут у нас имеется NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оболочка установлена Android 11, глобальная, и мне, честно говоря, вот даже 12-го Android не надо, видел я этот ваш 12-й Android. Что же касаемо оболочки, она здесь идет фирменная, кому-то зайдет, кому-то нет, кто-то закастомизирует с помощью сторонних приложений, по мне так не мое. Итог, для кого же подойдет данный смартфон? Первая категория людей, о которых я вспомнил, это, конечно же, путешественники, которые абсолютно в различных условиях оказываются. И вот эти условия данный аппарат должен пережить. Почему, кстати, путешественникам подойдет? Здесь, в принципе, неплохая камера. Как в 4К он добротно снимает, но ночью значительно снижается яркость. Я не знаю, с чем это связано. Днем нормально снимает, а ночью прям очень все темное. Ну и в целом тут 64 мегапикселя, можно добротные снимки окружающей природы делать. Также, я думаю, его могут использовать строители, шахтеры и другие люди, кто работает в более суровых условиях. Пишите свои мысли в комментариях, возможно, у кого-то уже есть данный аппарат и вы им благополучно пользуетесь и наслаждаетесь. Что же касаемо цены. Версия 8128 в расцветке Вулканик и Сахара стоит 18990. Это официальные цены на старте продаж, возможно, перейдя по ссылкам в описании, вы найдете более привлекательный прайс. Ну а версия 8256 в расцветке, вот как у меня, Альпайн она называется, стоит всего на 1000 дороже, 19990. Опять же, вы можете смотреть это видео в будущем и ценник может измениться. Лично мне еще понравилась расцветка таблетка Сахара. Выглядит тоже прикольно, но вживую я ее, увы, не пощупал. За эти деньги я считаю круто. Аппарат себя ведет очень шустро, оболочка вполне стабильно работает. Я с подвисаниями, с багами пока не сталкивался. Возможно, спустя там год, может быть, они возникнут, но на самом деле уже давно прошли те времена, когда андроиды прям вот через какое-то время начинают сильно глючить. При очень сильном желании вы, конечно же, можете закастомизировать оболочку, скачать какие-то темы, и все будет good. Плюс у экрана имеется 90 Гц, сама матрица IPS, судя по ощущениям, и зрение ваше будет в безопасности. Добротно, короче. За этот ценник, супер защита, все IP, чё бы не рассмотреть. Ладно, на этом у меня все. Если данный ролик был вам полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх. А с вами был Фликер, мобильный геймер, или может быть уже не мобильный геймер. Всем пока.